Wir haben über unsere sehr schwierige Personalsituation vor dem Spiel schon gesprochen. Сразу могу сказать, что перед игрой у нас были большие проблемы, у нас большое количество травмированных игроков. Wir haben heute sozusagen auch mit dem letzten Aufgebot gespielt. То есть мы сегодня играли именно с тем, с нашим, как так сказать, последним предложением, это с теми игроками, которые у нас были. Da durfte eigentlich nichts mehr passieren. Я надеюсь, что такого больше и не будет происходить. Und dann bekommst du eine rote Karte, wo ich sage, wir waren bis zu dem Zeitpunkt ordentlich im Spiel. И к нашим кадровым проблемам вот это получилась красная карточка, удаление игрока. И могу сказать, что до этого момента мы играли очень строго и надежно. Und unsere Sorgen wurden da natürlich viel größer noch. И после удаления, конечно, наше беспокойство об игре только увеличилось. Und ich kann diese rote Karte auch nicht akzeptieren. Я принять эту красную карточку не могу. Das war sicher der Knackpunkt in diesem Spiel. Могу сказать, что это был поворотный момент в игре. Dass meine Mannschaft, die so noch nie zusammengespielt hat. Моя команда играла сплоченно, но вот эта красная карточка немножко повлияла. Dann noch mit einem Mann weniger spielen musste. Более того, после этого нам пришлось играть с одним игроком менее. Aber alles versucht hat. Но тем не менее мы все, что могли, попробовали и в эту игру бросили. Ja, es dann aber leider nicht mehr gereicht hat, um zumindest einen Punkt hier zu behalten. И, к сожалению, нам это не хватило, хотя бы забрать очко с этой игры. Почему Дмитрий Рыбчинский не вышел с первых минут? Он смотрелся значительно интереснее, как мне показалось, с трибуны Максима Петрова. И почему вы выбрали Александра Сильянова, а не Дмитрия Живоглядова на позицию правого защитника? Das waren die Eindrücke aus der letzten Trainingswoche. Это мои впечатления, которые я получил в течение тренировочного процесса за последнюю неделю. Die Jungs, die begonnen haben, die haben es gut gemacht im Training. То есть те игроки, которые начали сегодняшнюю игру, они наиболее предпочтительнее смотрелись на тренировках. Und deswegen haben wir die Aufstellung heute so gewählt. И поэтому наш сегодняшний состав, он был у нас взят на основе тренировочной недели. Команда проигрывает в счете, но вот люди, которые получают травмы, как потом оказывается, не очень серьезные, я не буду сейчас персонально, очень долго лежат на поле и не вступают в игру, хотя в этой ситуации надо на зубах, как говорится, идти и работать дальше. Как-то это странно показалось, опять же, с трибуны. Прокомментируйте, пожалуйста, морально-волевые качества игроков. Ich glaube, dass es wenig mit der Einstellung zu tun hat. Mit der Motivation und Einstellung. Я думаю, что никакого отношения к мотивации или недостатка мотивации игроков это не имеет ничего общего. Das Spiel hat in Unterzahl sehr viel Kraft gekostet. Игра в меньшинстве потребовала у нас особенно много усилий. Und dann ist es schwierig, wenn du 2-0 in Rückstand bist. Особенно когда ты проигрываешь 2-0. Nochmal ganz zurückzukommen. Вернуться в игру. Und deswegen ich mache meiner Mannschaft da keinen Vorwurf, was ihren Einsatzwille angeht. Поэтому я не могу своей команде сделать упреков, что им не хватало желания. Es war dann ein Spiel unter sehr schwierigen Vorzeichen nach der roten Karte für uns. И это была очень сложная игра, и особенно осложнилась она после предъявления красной карточки. В конце матча вы сделали тройную замену, выпустив молодых игроков. Какая идея этой замены была, и как вы хотели... Выпуская этих игроков, сравнять счет. Es war so, dass Pablo nicht mehr konnte. Pablo уже не мог продолжать играть. Er hat um seine Auswechslung gebeten, die Kraft war leer. У него уже он полностью все свои силы отдал, мы получили от него знак, что он не мог продолжать игру. Tiki war auch lange verletzt, konnte heute keine 90 Minuten spielen. Поэтому у Тикнезяна тоже была травма, ему было сложно отыграть все 90 минут. Und der dritte Wechsel war, glaube ich, Becker. И третья замена, это заменили Беку. Ja, das war... Ich war nicht zufrieden mit seiner Leistung heute. Я просто могу сказать, что не совсем остался доволен его игрой сегодня. Und deswegen haben wir drei Wechsel auf einmal gemacht. Поэтому у нас так получилось, что тройная замена. Um nochmal neue Energie zu bringen ins Spiel. Это чтобы вернуть в энергию, бросить, прыснуть в игру. Свежесть, новую энергию. Nochmal alles zu versuchen, um noch das 2:2 zu machen. Еще раз попробовать все с новыми игроками и чтобы сравнять счет. Для того, чтобы сравнять счет.